Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Начнется прием граждан после завершения всех торжественных линеек в 14 часов 30 минут в здании администрации. Вопросов и жалоб наверняка накопилось немало, особенно у родителей дошколят, и касаются они в первую очередь темы компенсации оплаты за детские сады. Так что есть отличная возможность получить информацию с первых рук. Но для того, чтобы задать вопрос Гульназ Шафиковой, нужно предварительно записаться на прием по телефонам 49203 42608.